Локомотива, но все-таки удается Аршанцам шайбу выбросить. И ошибка могла быть от Большакова, но все-таки неплохо. Он шайбу выбросил. 3 в 2 идет атака, идет передача в центр направо. И очень спокойно, очень хладнокровно все в команде. Давайте еще раз мы будем смотреть. Кавырша направо играет и спокойно Кашкару уже в пустые ворота шайбу оформляет. И кроме Евгения Кавыршина, Кирилл Тютяев. Секунд, вновь передача направо, но здесь очень все интересно. Кашкар в центр, бросок, его отражает Мирзлов, ну и здесь нужно спасать хоккеистам Локомотива. Все-таки Кашкар делает счет 0-2. Локомотива. Давайте еще раз смотреть. Да, здесь и Тютяев, здесь и Кавыршин. И, соответственно, Лопачук. Очень-очень много было моментов. Ну и, в принципе, очевидно, когда ты даешь хоккеистам юности такое большое количество простор для бросать совсем не хотят. Бросают, и там очень-очень болезненно хоккеисту. Действительно, неприятный бросок. Гельманову тут отправил Денис Мингалеев. Да, еще раз мы смотрим. И у нас прямо и созидает, соответственно, тоже гораздо больше. Центр передача, бросок, вау, вот это было очень красиво, классная, точнейшая, сильная, здесь, хотел сказать, передача, ну, бросок, конечно, играет, но нет, формат-то 5 на 5, Локомотив, мне кажется, не совсем оправился от этой пропущенной шайбы, еще один бросок, и вновь, и он, я не знаю, просто каким-то космическим шагом он приближается к лидерам таблицы бомбардиров, сначала своей команды, то есть до этого матча. Направо передача, Парфеевец в центр. Еще один бросок и 0-5. Ничего не может придумать в обороне. Ну, как минимум, я уже говорил, что хотя бы если бы они не удалялись. Окей, было бы чуть более понятно. А дубль на счету Михаила Стефановича, вот крутит там. Ну, прямо сейчас Локомотив старается что-то уже придумывать, но хотя бы вот неплохая стенка, бросок, и еще один бросок, и гол! Забрасывает Локомотив, вот да, этот сейчас гол. Мы еще раз посмотрим повтор. Но вот здесь все Бойко старался в этом моменте. Нет, Дмитрий Колышкин именно. Нет, все-таки Спивак, Колышкин бросал сначала, ну и Спивак уже на добивание сыграл. 1-5 счет становится, для местных болельщиков это потрясающе. Хотя бы одна заброшенная шайба, это уже здорово. Потому что до этого все было. Да. Еще одна неплохая передача. Юность наконец-то заиграла, как она это умеет. Бросок! И вот так вот шайба заскакивает в ворота. Судя по всему, да, Максим в этой ситуации. Нет, его здесь нет в кадре. Бросал, судя по всему, Антонов. Ну, вот интересно. Вновь Гельманов на своего партнера. Гайнединов. Бросок! И какая шайба! Забрасывает Локомотив. 51 номера. Требуем повтора. Вот. Как по заказу. Бросок в касание. И от перекладины в ворота Большакова шайба оказывается. Ну, очень красиво.